Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие твое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я, где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты. 8 декабря – день Клима Холодного, память папы римского Климента I, принадлежал к числу 70 апостолов. Почитаем в православии по причине того, что был одним из первых проповедников на русских землях. Начал проповедовать в районе Севастополя. Родился в богатой римской семье. В очень юном возрасте потерял семью во время кораблекрушения. Буря разбросала их. Климент подумал, что его близкие умерли. Стал думать над тем, что происходит после смерти. Так он пришел к Богу. В народе говорили, что наступил Клим Холодный. Считали, что святой Климент приводит с собой суровую зиму. И действительно, погода в это время была суровой, холод и ветра. Сегодня ходили в церковь, чтобы помолиться святому Клименту. Матери просили у святого защиты для своих детей. Для этого дня имелось несколько предписаний. Например, трудиться сегодня требовалось только натощак. В это время продолжали обмолачивать зерно. И если желудок полный, будет трудно наклониться, а сама еда плохо переварится или будет рвота. Прекрасная рекомендация. Женщины сегодня принимались прясть. Они сидели у окна, поскольку из-за большого количества снега света было достаточно. Из дома без надобности старались не выходить. В это время около избы могли быть волки. Особенно опасно было выйти, когда стемнело. Долгие вечера коротали за работой и ремеслами. Верили в так называемых трескунов. Это злые духи. В зимний период, в том числе и сегодня, эти духи носятся по полям и дуют в кулаки. Холодный северный ветер является их дыханием. Трескуны стучат по веткам, стволам деревьев, и от этого слышен треск. Летом они дремлют, а зимой просыпаются и с первым снегом выходят на землю. Эти духи не любят тех, кто на стужу жалуется и могут наказать их болезнями. Поэтому важно всегда сохранять бодрость духа, и тогда мороз наградит крепким здоровьем и красивым румянцем. Приметы. Частенько в этот день наблюдался очень сильный мороз. Это природное явление даже отражено в пословице. Клим морозный в зиму всадил стужи клин. Если сегодня снег идет, лето дождливым будет. Если сегодня в мороз на речном льду видна сверху вода, жди потепления. Большие сугробы на промерзшей земле – хорошему урожаю. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, 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 народ, наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом входит счастьем в каждый дом. Эй, веселись, 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 народ, наступает новый год. Эй, он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год.
Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скарби, загадай свое желание и под звон курорта бей. Ой, повеселись, народ, наступай Новый год. Ой, а что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это на Новый год. Ой. Бам-б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 ам-